Итак, мы приехали в Швецию и в настоящую шведскую Икею. Кому как, а для нас это полная крутизна. Шведская Икея. Это вам не какой-нибудь Химки. И мы идем в настоящую шведскую Икею. Настоящую шведскую букву. Иди сюда. Идем отдыхать. А приехали мы вот на этой машине. Это Даня, он только что съел большой арбуз. Тебе получишь, Надюша? А тут сегодня сильно устал, да? Я вот так ел. И все съел. Дэнька, ты можешь подальше туда зайти, здесь очень мелко. А, окунуться? Я окунусь. Не будешь окунаться? Нет.